Всем привет! Решил записать вот это видео с небольшим обзором о том, как идет продвижение создания игры. Сделал тут разные предметы, на самом деле два варианта как бы с игрой. Получается, что два варианта. Есть тут что-то типа лопаты копать огород, но на самом деле все это не очень хорошо работает, поэтому я сделал другой вариант еще программы. Я стал путаться в этих предметах всех, которые здесь есть как бы в игре, а их здесь что-то больно много получилось. Сейчас покажу. Так. Целая куча всяких предметов, и чтобы каждый из них изготовить, нужны другие предметы. Ну и в общем, я запутался тут со всей этой фигней и решил, что мне это не надо. И нужно будет все это выпилить. А этот исходник просто сохраню потом. Может, к нему вернусь. И сделаю просто обычную стрелялку. Тут всякие разные штуковины. Так, это лопата, это я уже показывал. Еще где-то здесь были ложки, валялись. Ножи, тарелки. Так, сейчас попробую найти, где-то они были. А, ну да, вот. Что-то типа ножичка. О, все, забрал, потащил. Куда потащил его? Сейчас бросит на полдороги. Это деревья. Я уже их показывал. Обычный ветвящийся алгоритм. Вот эту же лопату схватил, куда-то понес, уже поле копает. Вот так он копает поле персонаж, как бы. И, соответственно, потом на этом поле, по всей видимости, он огурцы будет выращивать. Соответственно. И потом пойдет к какой-нибудь плите, возьмет ножичек, который я показывал, и будет готовить здесь еду, а потом идти к столу и так далее. И в общем, вот эта вся цепочка, она очень сложная. Очень много там всякой писанины. В общем, я решил, что такой алгоритм мне не нужен. А, блин, чуть не забыл еще одну вещь. Так, секунду. Сейчас. Есть тут еще одна штука, которая нужна для редактирования, облегчения редактирования всего, как бы, что есть в игре. То есть, например, я отключаю ходьбу вот кнопкой, включаю точки и могу как бы редактировать все, что есть.
Вот, например. Могу ямку сделать, могу наоборот поднять. Как бы вот так. Ну или вообще всю планету слегка повернуть. Оп. Землетрясение. Ну вот как бы. Такой редактор. Здесь список плоскостей. Список точек, текстуры. Например, так. Могу кусочек выключить, включить. Какой-то отдельный кусок. Вот, например. Ну и так далее, там поменять текстуру, какую-то другую сделать. В общем, редактор. Углы наклона отредактировать, там все такое. Ну и сделал я, соответственно, еще один исходник. Так, проект. Запуск, запуск, запуск. Так. Закрыть проект, открыть проект. Специфический тоже вариант, это номер 2. Но он уже как бы рассчитан на типа что-то типа стрелялки. Сейчас попробуем куда-нибудь пострелять. Секунду. Так. Вот, то есть он как бы типа стрельбы что-то, типа таких пулек. И вот когда они подлетают, они что-то застревают, какой-то типа такой вот. Так-так-так-так-так-так-так. Болтаются. Не знаю, почему такое получается. Тип полтергейста. Штука странная. Но забавно. Какой-то странный побочный эффект. Ну вот сделать что-то типа обычной сетевой стрелялки. Без всяких там наворотов, там выращиваний и тому подобного. Потому что я, как уже говорил, стал запутываться слегка во всех этих предметах. Вот так вот. Из этих пулек даже нарисовать что-нибудь можно. О, радуга.
И скорее всего буду делать обычную стрелялку, причем сетевую, скорее всего. Установил модуль этот Synapse для работы с сетью. Типа что-то арены, наверное, буду делать. Точно еще не уверен. Все-таки я не понял, почему они в конце, вот там, когда долетают, они там вот как-то кучкуются, вот такие облачка непонятные вообще. Ой, блин, перелетел. Так, обратно. И так вот болтаются. Странным образом. Тут тоже. Вот, в общем-то. Творческий кризис. Вот, в общем, скорее всего, буду делать что-то типа стрелялочки. Автоматы сделаю, нарисую какие-нибудь. Или что-то типа того. Модуль сам Synapse вот тут у меня сервер по обычному IP-адресу, ответ, запрос вот тут прописывается как-то так. Ладно, в следующем видео подробнее опишу.